Встреча главы района с инициативной группой обманутых дольщиков жилого комплекса «Изумрудная долина» проходила в штабе строительства. В основном обсуждались проблемные вопросы, которые на сегодняшний день еще существуют. Совершенно обоснованное беспокойство наших дольщиков, которые здесь присутствуют на этом объекте. В ближайшие дни переговорим и проведем совещание с Минстроем, с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, разберемся по сценарию ввода объектов в ИЗУ и очистные сооружения, а также ликвидируем отставание по финансированию самих работ. Одна из обсуждаемых проблем – сдача водозаборного узла. Компания-застройщик отметила, что с января этого года органы исполнительной власти не выдают разрешения на ввод в эксплуатацию тех объектов, годовой водоотбор которых превышает 500 кубических метров в сутки. Поэтому необходимо обращаться в Федеральное агентство по недропользованию. В настоящее время мы курируем дострой трех кварталов, 3-й, 4-й и 7-й квартал в ЖК «Изумрудная долина». Соответственно, есть обманутые дольщики. Вот. Через Минстрой нас определили как функцию агента, и мы, соответственно, контролируем распределение денежных средств в направлении, чтобы были выполнены все строительно-монтажные работы по данному объекту, и квартиры были переданы дольщикам. Как было отмечено на рабочем совещании, ВЗУ уже готов на 100%. Проведены необходимые экспертизы и получено заключение о соответствии. В первую очередь строительство очистных сооружений также завершено полностью. Сейчас выполняются установка оборудования и пусконаладочные работы. В настоящее время ликвидируются отставания по финансированию. Все дольщики в октябре-ноябре этого года будут обеспечены жильем, отметил глава района. Окончание работ в трех домах 40, 41 и 43 запланировано на 30 сентября. Внутренняя отделка завершена, и сейчас идет ремонт фасадов. В рамках благоустройства 3-го и 4-го жилых кварталов будут созданы эко-парковки, детские игровые и спортивные площадки. В 7-м ведутся фасадные работы на 94-м и 95-м домах. На встрече рассматривался и вопрос перезаключения договоров между дольщиками 5-го квартала и компанией-застройщиком. Данная процедура будет проводиться после 10 сентября. Представители компании ФСК «Лидер» отметили, что на 9 из 12 домов уже выполнены все работы. В полном объеме они будут завершены в конце этого года.